чудищем, дух северными диками. Просто к путешествиям тоже имеют отношение. Хотя все это было связано с учебой, работой и прочими вещами. Теперь, вот, отталкиваясь от такого понимания глобального, там, где бывает сила, наоборот, ужасно, я последние 2,5 года занимаюсь интересными местами в республике. И к моему серьезному большому удивлению, здесь тоже очень много интересных вещей, о которых многие просто не подозревают. Это всех стереотип, там, Египет, там, не знаю, там, Греция, еще что-нибудь. Это, безусловно, интересно, важно, нужно, у кого есть возможность. А у кого нет, есть альтернативы, о которых просто люди не догадываются. Это очень